Была очень мощная поддержка, прям вся трибуна кричала и болела именно за вас. Что вы чувствуете, почему важна была эта победа? Так, как я? У меня была самая минимальная правая ошибка. У меня вообще правая ошибка не было. Так как у меня отец в зале. Столько братьев с Таджикистана. Родные, помирьте. Все смотрели, так много ребята пришли поболеть за меня. Республика Марьел, это для меня мой второй дом, где я учился, где я начал заниматься именно спортом, профессионально. Спортом я у себя занимался, но профессионально я начал в Марьеле заниматься. Я никак не смог подвести свою команду, своих родных болельщиков. С Таджикистана много пришли поболеть за меня. Я никак не смог подвести. Ну, у вас был план досрочно закончить эту битву, и вас действительно удалось. Вы захватили инициативу с самого первого раза. У меня было такой задачи именно победить досрочно. У меня была задача победить зрелищно. Я же обещал в интервью, что будет красивый, зрелищный бой. Я кровь показывал всем кровь. Если я увижу кровь, то меня не остановить. Для меня кровь, как вам, я не могу вам объяснить, но если я увижу кровь, как вот тигр, знаете, если где-то кровь, то надо бьется его до конца же. Вот то же самое я увидел кровь до конца. Публика, поддержка, эти слова меня писать. Класс. Все. Поздравляю.